Всем привет! Сегодня снимаем распаковку. Сегодня пришел диск группы Kraftwerk, который я заказывал на Wildberries. Вот так вот все упаковано. Смотрите, какая коробочка большая. Сейчас посмотрим, что внутри. Аккуратненько все это вскроем. Не будем раздирать, как делают на других упаковках. Сделаем все аккуратненько. В общем, на Wildberries заказывал, была акция со скидкой в районе что-то там 300 рублей вышел этот диск. Ну, упаковали прям, конечно, капитально. Видимо, как доставка, когда осуществляется, там у них прям все жестко происходит. Так, ну, видимо, придется вот эту вот часть разрезать все-таки. Совсем понятно. Так, заказывал на Wildberries через приложение. 4, по-моему, дня шел этот диск. Новинки музыки. Вон какая-то рекламка. Почитаем потом. Телеграм-канал приглашает присоединиться к телеграм-каналу. Тут что? Так, уважаемый покупатель, новые пластинки. Вам попался брак. Если в транспортной коробке лежит другая пластинка. В общем, тут коротко написано, что делать, если вам пришло что-то не то. Так. Мистерия звука. Смотрите, даже скотч у них фирменный. Упаковали отлично. Посмотрим. Упаковщик номер 2 был. Слушайте, ну выглядит прикольно. Я думал, все будет гораздо хуже. Ну и да, вместо заявленных там 18, по-моему, треков, указано всего 8. Ну, в принципе, большинство из тех, которые я хотел, так что... Но в описании было указано 18 треков, что на диске имеется. Я еще был удивлен, потому что треки у них не короткие. Вот, например, что стоит только один Tour de France, который почти 15 минут идет. Автобан вот 15 минут. Так, ну давайте посмотрим тогда. Ну все круто, ничего не треснуто. Давайте посмотрим, как это выглядит. Аккуратненько распечатать, чтобы ничего не порезать. Чтобы ничего не лопнуло. Слушайте, ну очень такой на ощупь приятный картон. Клинкланг. 2017 год. Какие-то царапины присутствуют. Но это не трещина. Мне показалось сначала, что это трещина. Не знаю, видно, не видно. Книжечку посмотрим. Слушайте, ну так достойно, вполне все сделано. Я думал, будет гораздо хуже. На диске вон какой-то залап. Очень странно. Так.
Так вот выглядит диск. Не знаю, печать какая-то не очень. Качество печати. Так, смотрим дальше. Обложечки. Обложечки сделаны прикольно. В общем, почитаю тут потом. Ну вот вам видно, да? Клинкланг Мюзик. Давайте обратно его сюда поместим. Так. Слушайте, а может и 18 треков надо посчитать будет потом. В общем, вот такой вот диск, друзья. С Wildberries. По скидке вышел там 300 с чем-то рублей. Доставка бесплатная. Kraftwerk 3D альбом. Всем спасибо за внимание. Будем распаковывать что-нибудь еще. Покажем обязательно. Подписывайтесь на канал. Как говорится традиционно, ставьте лайки, подписки и там прочее. Делитесь записями нашего канала. Будем рады. И это будет подстегивать нас на снятие нового контента. Всем огромный привет. С вами был Сергей Обломов.